Здравствуй, дорогой зритель. Снова с вами я, Михаил, канал Картовый Блогер. Блин, и что-то жужжит и жужжит. Отвечу позже. Бывают такие случаи, когда наконец я что-то заказываю и могу сделать вам обзор. Но правда я потом сижу и думаю, нахрена я это заказал. Это вот как раз из той серии. Звенит-то как. Ну что так упаковочка-то? Это что-то шумно. Здесь, наверное, очки. Нет, здесь не очки, ребят. Здесь дерма. Как ее. В общем, это подразделение Xiaomi. И мне нужно вставить батареечки. Вставить нужно батареечки. Оп. Вот так вот открываем. И, по-моему, пальчиковый он просит. Есть у меня тут как раз пара варт. Пытаясь вставить который, я понял, что ему нужны мизинчиковые. Ну, у меня и мизинчиковые есть. Даже вставать не надо, видео прерывать. Когда у тебя маленький ребенок с разнообразными игрушками, батареек должно быть много. Так, вставили. Закрыли. Инструкцию прочитали, перевели. Кстати, можно проверить, как она переводится. И что, ничего не происходит? Ну-ка. Почему ничего не происходит? Что-то должно происходить, ребят. Что не так-то? Что тебе не нравится? Представляете, вот это налюбил его, да? Ну, то есть я вот открываю и вижу. Пам-пам. Ну, соответственно, для минусов, это для плюсов. Нет. Нифига, говорит, ребятки, говорит. Здесь, говорит, вы вставьте это вот так. А здесь вы вставьте это вот так. Глупость, короче, какая-то несусветная. Ну, собственно говоря, какая... Не подумайте ничего плохого. Как же это называлось? Ну вот, в общем, это называлось... Ну вот как это называлось. Дерма-блендер, короче. Блендер дерьма, наверное, звучало бы хуже, поэтому они его назвали дерма-блендер. Короче, я не знаю, нахрена мне это нужно. Ну, там стоило каких-то там понятных денег. Вот иди-ка сюда. Я не знаю, пойти яйцо, что ли, расколоть, посмотреть, как оно взмешивать, короче, будет. Ну, наверное, будет оно... А что-то не вынимающийся теперь. О, пам, вынули. Ой, не убегай, подожди, постой. Пам, вставили. Пам, вставили. Сейчас пойду жене покажу, жена скажет. Волков, твою мать, опять хрень какую-то взял. Чего ты не закрываешься? Тебе как-то иначе надо доставить, что ли? Вот так вот, например, ты закроешься. Да, вот так вот чпок закрывается. Не, ребят, ну на самом деле вещь прикольная. Я не знаю, на кой ляд она мне нужна. Буду ли я ей пользоваться более там 3 раз за жизнь. Мою или ее, не знаю. Но в целом, вот как бы. Ну, то есть, как бы, блин, ей реально можно там яйца взбивать, там. Короче, там, не надо. Кофе размешивать, короче, ну до хрена что ей можно делать. При этом, судя по тому, как она прирезинена, она еще и, ну, там, влагозащищенная. Она влагозащищенная и, ну, собственно говоря, вот, говорит, под таким вот уголочком, видно вам вообще, нет? Вот, под таким вот уголочком, говорят, вставляй,
и пользуйся. Да не, прикольная фигня на самом деле. Стоила каких-то там на GDA она продавалась. Короче, не особо больших денег. Не, ну каких-то там интимных, наверное, не надо ее использовать. Можно что-нибудь там подтравмировать. Вот. Ну, не знаю, наверное, не буду я снимать. Хотя, может быть, там буду снимать. Как я буду что-нибудь ей взбалтывать. Вот. Ну, в общем, если вам такой-то хрен нужна, вот ссылка в описании к видео есть. А я пойду все-таки супруге покажу. С вами прощаюсь. Всем всего. До скорых встреч. Пока. Кстати, может быть, разыграть такую ерунду? Хотели бы ее разыграть? Пишите, если вы хотите разыграть. Заходите в группу ВКонтакте. И, может быть, ее там в розыгрыш подзасунем. Ну, не ее, а точно такую же закажу победителю. Все, за всем все. Точно. Пока.